Забайкалье посетила делегация из Тайваня. Группа во главе с Ю Юнг Цаном, торговый представитель Тайваня в Монголии, впервые увидела наш край. На встрече в Забайкальской торгово-промышленной палате гости познакомились с предпринимателями и поделились своими мыслями. Особенно в части туризма и обучения, образования. И чем дальше, тем больше становится таких связей. Смысл в том, что он говорит, что как раз из создавая предприятие в Монголии, мы можем взаимодействовать с Сибирью и выводить капитал на территории Сибири. Да, что как раз на основе того взаимодействия и того опыта, который имеют они в Монголии, они могут сотрудничать с Сибирью. В Монголии и Тайвань в рамках сотрудничества строят производство в сфере IT-технологий. Гостей заинтересовали вопросы туризма, обмена студентами, оловянные месторождения. Даже обсудили возможность создания двухчасового представительского фильма о Забайкалье. Такой же фильм о Монголии показывают в Тайване на федеральных каналах. Познакомиться – главная цель поездки делегации. Я первый раз посетил Читу, и это изменило отношение между Читой и Тайванем в инвестициях и образовании. Есть некоторые идеи. Я посетил сегодня утром университет, и, может быть, студенты Тайваня будут приезжать сюда, а ваши студенты к нам. То есть такой обмен студентами. Первый контакт между Тайванем и Забайкальем состоялся. О какой-то конкретике говорить рано. Пока неизвестно, станет ли Забайкалье, по примеру Монголии, своеобразной силиконовой долиной при поддержке Тайваня. Трудно рассчитывать на то, что во время первого визита будут какие-то практические результаты, но первое знакомство состоялось, это очень важно. Важно начать развивать контакты, вот, определили какие-то взаимные интересы и уже будем двигаться в соответствии с каким-то уже намеченным планом. Конкретные взаимные интересы – это какие? В первую очередь гостей интересует туризм, развитие культурных связей, интересует вообще познакомиться с нашим краем, с нашим регионом. И чтобы потом уже приехать более детально, уже посмотреть какие-то наши достопримечательности, изучить наши особенности. Более плотное знакомство с Тайванем начнется с торгово-промышленной палаты. По возвращении на родину Ю Юнг Цан займется организацией еще одной делегации из представителей бизнес-сообществ островного государства. Вячеслав Бортницкий, Анастасия Шадрина, ЗапТВ.